Здравствуйте, с вами Татьяна Чекалова. Я хочу предложить вам иллюстрированное пособие гимнастики без комплексов по моей системе фейс-культура. Но сначала, что такое фейс-культура? Фейс-культура – это не комплекс упражнений. Фейс-культура – это система. Система, которая на самом деле не оригинальна. Она базируется на принципах Пилатес. Когда Джордж Пилатес создавал свою систему, он не придумывал под нее никаких новых упражнений. Он взял те упражнения, которые уже существуют в мире, и просто построил их под свою систему. И те же самые упражнения стали работать по-новому, стали играть по-новому. Его суть – группировка всех мышц, и когда одна мышца работает или одна группа мышц работает, все остальные мышцы ей помогают в работе, стабилизируют, улучшают работу, затрудняют работу, но работают все мышцы, работает одновременно в каждом упражнении все тело. Из Бенито Кантьени я взяла понятие шлем. Знаменитая венечная и затылочная звезда, которые точно так же участвуют в упражнениях фейс-культуры. Но если Бенито Кантьени предлагает натянуть шлем и раскрыть лицо, и при этом происходит пульсация по мышцам, то я предлагаю физически активные упражнения с натянутым шлемом и с раскрытым лицом. Следующее отличие, наверное, фейс-культуры от других гимнастик, что фейс-культура не гарантирует, что вы помолодеете на 5-10 лет. Больше того, я категорически против того, чтобы вы молодели на 5-10 лет, чтобы вы становились 40 лет такими же, как были в 35, а в 50 такими же, как вы были в 45. Я знаю, что это неправильно. Дело в том, что, во-первых, мы работаем с умом, то есть с мозгом. И наш мозг прекрасно знает, что после 40 лет вам будет 41, после 41 – 42, и могу вам рассказать анекдот про верблюдов. Второй за первым, третий за вторым. Вот так идут наши года. И важно, чтобы вы молодели не назад, а вперед. Это действительно крайне важно для нашего мозга. Только тогда наш мозг, наше правое полушарие будет поддерживать наши занятия. К тому же, имея собственный опыт, я скажу, что я не хочу молодеть на 5 лет, не хочу молодеть на 10 лет, не хочу молодеть даже на 2 года, чего я вам не желаю. Вот, например, мои результаты. Два лица, одно на 10 лет моложе другого. Я не хочу быть такой молодой. Второй результат. Первое лицо моложе второго на 2 года. Не дай Бог вам быть такими молодыми. Итак, возвращаемся к системе фейс-культура. Здесь нет упражнений, которые придумала я. Хотя, может быть, они и есть, честно говоря, не помню. Вообще не помню, я никогда этим не заморачивалась. Именно поэтому методика называется гимнастика без комплексов. То есть здесь нет какого-то комплекса упражнений, которые вы обязаны выполнять от и до, от начала до конца. Нет никакого комплекса. То есть все упражнения, которые я буду показывать, если вам они нравятся, выполняйте их. Если они вам не нравятся, выполняйте другие. Но если вы занимаетесь фейс-культурой, то обязательно натянутые мышцы лица, раскрытое лицо и принципы Пилатес. Основные принципы Пилатес – это сидим на седалищных буграх, если мы сидим, либо мы лежим. Если лежим, то с прямой спиной. Ну, вариант сидя. Седалищные бугры, ровно над ними находится грудная клетка, и ровно над грудной клеткой находится голова. То есть голова ни туда, ни сюда, вот не так вот торчит шея, ни туда откинута шея. Голова, то есть это единая ось. Голова, грудная клетка, седалищные бугры. Две ступни, вы их не видите на видео, они стоят параллельно друг другу. Ни нога закинута на ногу, ни одна, ни другая, две ступни параллельно друг другу. То есть вот он принцип Пилатес, и шея обязательно сильная. Сильная шея – это значит передние и задние поверхности шеи одинаковы. Ни откинута назад, ни сокращена сзади, ни вперед сокращена спереди, а шея прямая и ровная. И, собственно говоря, на этом, наверное, хватит вступления, переходим к самой гимнастике. У меня в качестве первого упражнения рекомендовано потаскать себя за волосы, то есть растянуть лицо, оживить лицо. Конечно, будет гораздо лучше, если вы разумеете каким-то более эффективным, более интенсивным способом. Например, табата протокол. Это вообще моя любимая техника, благодаря которой можно размять не только лицо, но и все тело. Не только размять, но еще и оживить. Дальше, следующее. Следующее – это натянуть лицо наверх и раскрыть его в стороны. Куда наверх? Венечная звезда, где она находится, это не какое-то красивое понятие, это анатомический термин. Основание ладони ставим на переносицу,
средний палец, куда вот он ложится, вот это как раз и есть венечный шов. По правилу золотого сечения мы попадаем в свой венечный шов. Если вы сюда надавите, вам должно быть больно. Дальше с этого места берем снова основание ладони и уводим средний палец назад, и мы попадаем в затылочную звезду. Она тоже немного болезненная. Это центр ламбдовидного шва. Вот, собственно говоря, наши две звезды. И мы натягиваем лицо наверх и отводим его немножечко назад. Если вы этого делать не умеете, представьте, что умеете, и сделайте. Кстати, вообще без этого фейс-культура – это не фейс-культура. Если у вас лицо не натянуто, а ослаблено, то я не знаю, чем вы занимаетесь, но не фейс-культурой. Я не могу гарантировать вам никаких результатов, может быть, вы их получите, я понятия не имею. Просто не знаю, получите вы их или нет. Точно знаю, что вы получите, если вы будете заниматься по методике фейс-культуры, то есть с натянутым лицом выполнять упражнения. Мы используем в работе руки. Я скажу так, руки нам очень нужны, еще как нужны, но не всегда они нужны во время выполнения упражнений. Если наши мышцы натянуты наверх, в принципе, можем вообще руками не помогать. Но если мы помогаем руками, то мы помогаем руками, а не мешаем. То есть мы помогаем так, чтобы у нас на лице нигде не было никаких заломов. Мы руками можем заломы создать, а можем их, наоборот, убрать. Например, вариант вот такого упражнения. Некоторые стараются, очень-очень интенсивно стараются его делать, и вот так получается. Видно, да, что происходит сейчас с моим виском. То есть вы выполняете упражнение, а в это время вы себе на самом деле лицо портите. И это не потому, что физкультура плохая, а потому, что ваши руки просто вели себя неумно. То же самое, когда мы, например, руками держим лоб, и руки в это время опускаем вниз. Посмотрите, что происходит с моими бровями. Конечно же, от такого упражнения лоб не улучшается, а ухудшается. Но тоже повинна не фейс-культура, повинны неправильно поставленные руки. Итак, в фейс-культуре руки просто становятся на лицо, если вообще мы используем руки, и ничего никуда не давят, не тянут, просто фиксируют. Вот вы приложили руку и зафиксировали, а вот если вы ее туда-сюда тянете, то это уже немножечко другое действие. То же самое с лицом. В некоторых упражнениях дается несколько позиций. Вы выбираете ту позицию, которая вам наиболее подходит, которая наиболее приемлема для вас. Но вы никогда не выбираете в фейс-культуре, занимаясь фейс-культурой, никогда не выбираете позицию, когда вы работаете только одной рукой. Давайте я вам покажу. Например, я решила выполнять упражнение для лба вот таким образом. Посмотрите внимательно мою шею. Если вы приложите руку к своей шее, к своему лбу, и посмотрите в зеркало, у вас будет то же самое. Это при том, что у меня, видите, руки нормально. То, что я говорила, плечи опущены. Если я еще вздерну плечо и начну в это время тренировать лоб, здесь у меня все мышцы собраны, здесь у меня мышцы растянуты. И то, что я буду делать, создаст просто кошмар на моем лице. Поэтому работаем в фейс-культуре обязательно симметрично двумя руками. Если вдруг где-то вы используете одну руку, вторая где-то поднята на том же уровне, для того, чтобы одинаково работала шея с двух сторон. Прикладываем руки на лоб. Давайте сделаем таким образом. Руки собираем в замок привычным способом. После этого меняем сцепление замка и в менее удобном для себя положении представляем руки на лоб. Представляем, никуда ничего не сдвигая, просто удерживая. Плечи опущены, голова над грудной клеткой, грудная клетка над тазом, спина прямая. И 10 раз начинаем сокращать лоб. Посмотрите еще раз внимательно на натянутые виски. Расслабленный лоб. Я думаю, без комментариев вам понятно, что виски должны быть натянуты. Если не умеете натягивать виски, учитесь, тренируйтесь, натягивайте виски. Кому-то понадобится на это 2-3 дня, кому-то понадобится, может быть, месяц. Но кто захочет это сделать, тот научится. Кто не захочет, под лежачий камень вода не течет. Но тогда вы занимаетесь, опять-таки, не фейс-культурой. И говорить, что у вас нет результата, хотя вы занимаетесь фейс-культурой, скажем, я не приму от вас такую отговорку, потому что виски у вас не натянуты. Итак, представляем руки на лоб. С тем перекрестом, который для вас менее удобен. И начинаем сокращать лоб 10 раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10. Давайте еще 5. 1, 2, 3, 4, 5. Теперь беремся за челку, либо за линию роста волос. Тянем челку наверх и опускаем взгляд вниз. Происходит сразу же расслабление, растягивание этой мышцы. Это вторая, скажем, фишка фейс-культуры, что мы сразу же мышцы расслабляем после напряжения. Первое упражнение выполнено. Второе упражнение. Сводим брови. Как мы их сводим? Сводим так, что у нас появляются складки. Но мы руками не даем появляться складкам. Опять-таки, если даже виски натянуты, то свести брови будет намного проблематичнее. Вот эта вот складка появляется не от того, что вот эти мышцы у нас слабые. Она появляется от того, что у нас слабые виски, слабый затылок. Как только вы усилите виски и затылок, эта складка исчезнет сама собой. Вот та складка, в которую часто закалывают ботокс. Ботулиновый яд в гипофиз. Если не хотите яда в железу, то, пожалуйста, занимайтесь гимнастика лица, в частности, физкультуры. Либо вот так вот ставим руки, либо вот так. Покажу оба варианта. Посмотрите правильно. Поставили руки на брови, защипнули бровь, но руки ничего не фиксируют, пальцы ничего не фиксируют. Вы сводите брови, пальцы гуляют. Правильный вариант. Зафиксировали, действительно удерживаете. И вот тогда работаете, у вас мышца натягивается. Не сокращается, а наоборот натягивается. Это правильный вариант. Второй вариант вот такой. А также можно приложить руки, и руки гуляют, тогда это неправильный вариант. Можно руки зафиксировать, и тогда вы мышцу растягиваете. Все лицо сгруппировано, все лицо собрано, работают все мышцы. После этого упражнения мы растягиваем все назад. Растягиваем назад, для этого можно приложить пальчик, один пальчик, два пальчика, три пальчика. Пальчики, неважно сколько пальчиков, просто послушать, что происходит в переносице. Если переносица шевелится, именно расходится, расширяется, вы выполняете упражнение правильно. Итак, выполняем упражнение. Положили пальцы на пояс, защипнули брови, либо вот так руки положили. И 15 раз сводим брови. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. Теперь разводим виски. У кого работают уши, разводим уши назад, к затылку. Делаем это медленно, осознанно, слушая, как растягивается наша переносица. Виски при этом точно так же расходятся так. Височная мышца веерообразная. Выполняем медленно, можно выполнять на статике, можно слегка такая полустатика, полудинамика, то есть медленная динамика, если так это можно выразиться. Следующее, четвертое упражнение для глаз, для вот этой части, для верхнего века. Если у кого-то серьезные проблемы с верхним веком, конечно, нужны будут более серьезные упражнения, но это начало, первые ваши шаги. Прикладываем пальцы к ресничкам, никуда кожу не сдвигаем, просто прикладываем. И глазные яблоки поднимаем вверх. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. После этого руки ставим основание ладони на брови, чуть вверх, чуть в сторону, чтобы никаких заломов на висках не появлялось. И 90 раз хлопаем глазами. Плечи не вздернуты, плечи расслаблены. Голова продолжение оси позвоночника. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 60. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 70. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 80. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 90. До усталости работаем. Теперь выкатываем глаза. Пятое упражнение. Выкатываем из орбит, чтобы был виден белок. Брови могут чуточку приподниматься, но чуточку, лоб остается спокойным. Лоб работать в этом упражнении не должен. Виски натянуты, лицо отведено назад. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Седьмое упражнение. Прорабатываем подглазье. Пальцы ставим либо так, либо так. В общем, таким образом, чтобы мышцу разделить на две части. Подглазничную, угловую и малую скуловую. А вторая часть, вторая группа пальцев, ну в данном случае средний и указательный, удерживают виски. Если мы работаем так, ничего никуда не поднимаем, никаких заломов не создаем. Второй вариант. Ставим пальчики зайчиком. Один палец у нас, средний палец, во внутреннем углу глаза. И указательные пальцы у внешнего угла глаза. Фиксируем глаза. Если вдруг у кого-то сильная морщина, можете вот так перехватиться. Морщина между бровями. Итак, если виски натянуты, амплитуда будет минимальна. Щуримся, сощуриваем глаза. Раз. Можно смотреть вверх. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. После этого тоже расслабляем мышцу. Расслабляем ее, постукиваем ноготками, именно ноготками. Если у вас слишком близко находятся сосуды и венка, венка у всех под глазом есть, но если она действительно у вас слишком сильная, тогда подушечками пальцев. Если не сильно, не близко, тогда ноготками пальцев. Ноготки, конечно, более эффективны. Поначалу кто-то может почувствовать, что у вас здесь кисель в этой области, и другие части лица более эластичные, то дней через 5 уже обнаружите, что здесь у вас стало тоже хорошо. Такое иглоукалывание. Конечно же, без фанатизма, не надо прокалывать себе кожу. Восьмое упражнение – упражнение для носа. Всем известно, что нос растет всю жизнь, но на самом деле это неправда. Это миф. Нос никуда не растет всю жизнь. Носовая кость где-то заканчивается выше верхней половины носа, и никуда носовая кость не вырастает в течение жизни. Дело в том, что когда ослабевают носовые мышцы, хрящи, из которых состоит, в общем-то, вот этот вот кончик носа, хрящи либо расползаются в стороны, образуя сливу или картошку, или спускаются вниз, образуя нос, как у бабы Яги. Либо и то, и другое. Особые счастливцы могут и в стороны нос растянуть, и опустить. Чтобы этого не было. Сначала барабаним под носом, двумя руками. Помните Карл Маджо? То же самое, только работает одна рука, соответственно, с одной стороны шея укорачивается, с другой стороны шея натягивается. Мы работаем двумя руками, барабаним. Именно под носом, не по кончику носа, а под носом. Барабаньте сколько хотите. 20, 40, 100 раз, неважно. Вообще неважно, сколько выполнять упражнений, честно говоря. Просто когда вы считаете, вы находитесь здесь сейчас. Когда вы не считаете, вы мыслями уходите. Теперь представляем пальцы к крылышкам носа, удерживая пальцы, сужаем ноздри. Неправильно оттягивать, правильно просто удерживать. Виски натянуты. Лицо отведено назад к затылку. 5. Упражнение улыбка.
упражнение, которое наверняка многие читали, но немногие поняли, как его выполнять, и немногие поэтому выполняют. Итак, улыбка. Правильно, искренняя улыбка – это та улыбка, когда мы улыбаемся, и появляются гусиные лапки. То есть вот такая. А не просто растягиваем губы в сторону. Так вот, мы улыбаемся искренне. Просто вот улыбаемся искренне. Для этого, чтобы не было никаких заломов во время улыбки, улыбаться мы будем много, от 90 до 120 раз. Мизинчики удерживают носогубную складку, безымянные пальцы держат возможные морщинки под глазами, средние пальцы держат гусиные лапки, ну и указательные пальцы просто ложатся, где им удобно. Либо второй вариант, мы руки кладем основание ладони, но опять-таки на носогубку, остальной частью ладони удерживаем остальное лицо. И искренне, по-настоящему, с силой улыбаемся. Вот именно с силой, чтобы наши щеки загудели. Давайте улыбнемся 100 раз. Раз, два, три, четыре, пять, десять. 20, виски натянуты, 30, 40, 50, 60, 70. 80, 90, 100. Теперь вторая часть упражнения. Будем говорить не «ап», как написано в методичке, «ап». «Ап» и полезно еще и для губ. Руки ставим вдоль жевательной мышцы, вдоль того места, где появляются первые морщинки. И с усилием, работая мышцей, говорим «ап», «ап», «ап». Ап, слух, чтобы голосовая волна тоже помогала мышце. Ап, 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 ап. До усталости работаем. До усталости можно гораздо больше, чем показала я, чтобы сэкономить ваше время. Можно поставить просто на стоп-кадр и продолжать работать. Десятое упражнение – воздушный шар. Много кто о нем наслышан, мало кто его выполняет. Мало кто выполняет, потому что у вас появляются заломы. Как их устранять? Первое, что мы делаем, мы полностью расслабляем губы. И вот потом из этой позиции самых расслабленных губ мы начинаем надувать щеки. Тогда у вас не появится либо никаких заломов, либо появится их совсем капелька, и эту капельку вы легко сможете удержать руками. Здесь заломов у вас не будет. Чуть-чуть, может быть, кисетные морщинки, может быть, чуть-чуть под нижнюю губу, чуточку. Их легко вы сможете обуздать. Итак, сначала мы надуваем, но у нас задача не надуть щеки, у нас задача их сдуть. Вот когда мы сдуваем щеки, тогда происходит упражнение. Мы сдуваем, как будто мы жалеем этого воздуха, который мы набрали, категорически не хотим его отдавать. И вот тогда у нас работает изнутри щечная мышца. Итак, смотрите упражнение и повторяйте за мной. Как видите, у меня никаких морщин не появилось. И если вы выполняете его точно так же правильно, то есть надуваете губы полностью с расслабленными
надуваете рот с полностью расслабленными губами, у вас тоже не будет никаких морщин, никаких заломов. И потом вы сдуваете воздух, опять-таки это не создает морщин. Но изнутри, если вы выполнили его вместе со мной, вы чувствуете, у вас очень хорошо проработались щеки. Следующее 11 упражнение как раз для тех самых губ, которые у большинства людей, вернее, они у всех, абсолютно у всех они слабые, но при этом ощущение, как будто бы они в гипертонусе находятся. Как мы этот гипертонус слабый будем устранять? Выворачиваем губы, верхнюю губу сначала. Некоторые отдельные люди, у них здесь появляется складка. Видела я такие складки, но их редко они бывают. Но если появились, тогда просто представляете пальцы и выворачиваете губу, натягивая ее на пальцы. И так выворачиваем, и хоботом тянемся к противоположной стене. Если вы не в помещении, к какому-нибудь там дереву, к дому, к тому, что оно против вашего взгляда. Плечи не сдергиваем. На статике работаем. Раз, два, тянем, три, пять, шесть, тянем. 10 на статике, расслабляемся. Еще раз 10 на статике, еще раз расслабляемся. Можно раза 3. Потом 2 губы одновременно. Верхнюю и нижнюю губу выворачиваем. И точно так же делаем ховод. Наверное, это не сильно эстетично, но очень полезно. Если вы повторили со мной, вы почувствуете, что у вас губы наполняются. 12 упражнение. Улыбка солнцу. Мы сделали много упражнений, и верхняя часть лица уже дает о себе знать. Сейчас мы распределим всю энергию, все силы лица. Потираем руки. И 22 раза, практически не касаясь кожи, указательный и средний палец над верхней губой, безымянный и мизинец под нижней губой. Практически не сдвигая кожу, рисуем улыбку от губ к козелку уха. Козелок – это вот эта часть. Некоторые не знают, что такое козелок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Упражнение, которое распределяет всю энергию. 13 упражнение. Насос. Губы берем в колечко и этим колечком внутрь всю мышечную массу вдавливая. Вот так правильно, так неправильно. Так неправильно. Делаем тоже это много раз. От 80 до 120 можно больше. Давайте сделаем 90. 4. 10. 20. Плечи не сдергиваются, виски натянуты. 30, 40, рот открыт 50, 60, рот тоже в хоботе, 70, 80, 90. Теперь представляем пальчики, неважно какие, средние, например, ямки над крылышком носа, и вибрируем вверх 30 раз. Вибрируем, не сдвигая кожи. И вибрируем к ушам 30 раз, тоже не сдвигая кожи. Это упражнение от носощечного жгута. У некоторых здесь бывает тут не носогубка, а просто какой-то жгут, который лицо уродует. Вот устраняем как раз его, носощечный жгут. Следующее упражнение. Я считаю его ключевым в системе фейс-культура. Дело все в том, что наши мышцы лица, как и мышцы тела, друг друга являются некоторыми мышцами-антагонистами. То есть, например, мышцы щек, все мышцы щек верхней части, вернее, средней части лица, они антагонисты мышцам нижней части лица. И когда, например, мы много улыбаемся или говорим
интенсивно работая губами, эта зона у нас, наоборот, растягивается. Например, веселого человека в старости выдает внешний вид такого унылого лица, хотя в действительности это человек, наоборот, веселый, который много смеялся. Именно это унылое лицо становится потому унылым, что эта зона, нижняя часть лица, она вся ослабла, то есть вся обвисла, растянулась. Чтобы этого избежать, нам нужно 14 упражнение. Ставим пальцы опять в кольцо, как в предыдущем упражнении, но совсем другая функция. И натягиваем нижнюю губу на средние пальцы. Почему в кольцо? Потому что здесь у всех обязательно появятся заломы. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. 13, 14, 15. Здесь мы пока ничего не ослабляем, ослабим потом. Значит, смотрите еще раз. Это упражнение очень важное, архиважное. Именно для поддержки нижней части лица. Пожалуйста, если выполняете лицевую гимнастику, обязательно делайте в том числе и это упражнение. Либо другое похожее упражнение, которое работает именно с нижней зоной. Работает на натянутых висках, на раскрытом лице. Не забывайте это. Следующее упражнение – певица. Честно скажу, я сама его делаю крайне редко, потому что мне мой подбородок уже позволяет его не делать. Но это упражнение здорово прорабатывает подбородочную зону, здорово прорабатывает глубокие мышцы. Как его выполнять? Ставим пальцы на уголки губ, чтобы уголки губ не опускались. Кладем нижнюю губу на верхнюю, приподнимаем лицо, абсолютно натянутая шея, натянутая спина. Немножечко откидываем и поем. Жили у бабуси два веселых гуся, один серый, другой белый, два веселых гуся. Я не буду показывать дальше, конечно же, это не совсем эстетично, но зато здорово подтягивает нижнюю часть. Если у вас лицо натянуто и откинуто, у вас работает не только челюстной сустав, который у многих, кстати, болит во время этого упражнения, но работает именно вот эта зона, та глубокая зона. Поем 2-3-4 куплета, но не сразу, постепенно наращиваем темп. 16-е упражнение, улыбка Джоконда. Я считаю, что это чудодейственное упражнение. То есть три подбородка превращает в один. Каким образом, честно скажу, не знаю, но скажу, что я этим упражнением избавилась от своих трех подбородков. Итак, улыбка Джоконда. Я покажу только один раз, повторять его нужно 6 раз. Причем, смотрите, мы работаем на задержке вдоха. Любые дыхательные техники так или иначе приводят к такому легкому помутнению, к легкому трансу. Поэтому очень рекомендую, когда вы работаете, пальчики сжимать, чтобы не сбиться и знать, сколько раз вы выполнили упражнение. Как оно выполняется? Немножечко такое ощущение человека не в себе, но тем не менее упражнение, повторяю, очень замечательное. Слегка улыбаемся, в это время делаем вдох и не дышим столько, сколько мы можем не дышать. И буквально на 1-2 секунды дольше. Покажу один цикл, выполнять нужно 6. Делаем выдох, отдышались, повторяем еще 5 раз. Следующее упражнение – массаж бритвой. Можно использовать бритвы. Как я вам говорила, лучше работать одновременно 2 руками. Можно использовать любые плоские пластины. Вот, например, нефритовые пластины, деревянные, можно палочки. Ну, что угодно, вплоть до сотовых телефонов. Как правило, у многих их больше, чем один. Очень мягко, практически не сдвигая кожу по массажным линиям. Подтягиваем кожу, массируем ее. Как раз вот это то самое упражнение, которое смягчает мышцы после предыдущих упражнений. И здесь очень хорошо работает именно чем-то плоским и тем, что не крутится.
Есть специальные ролики, нефритовые ролики, другие. Они здорово работают под глазами, но с этой зоной как раз ролики не справляются, потому что они прокручиваются. Работайте столько раз, сколько вам приятно, сколько вы хотите работать. Можно, кстати, одновременно выполнять улыбку Джоконды и себя брить. И, наконец, последнее упражнение, завершающее, это пощечины. Пощечины даем себе по касательной снизу вверх. Начинаем прямо с шеи и проходим по всему лицу. Там, где у нас контурная часть, то есть там, где в основном кости работают интенсивно, не боимся давать себе пощечины. Скульптурная часть, там, где у нас губы, нос, глаза, работаем аккуратнее. Не забываем про эту зону, здесь тоже себя простукиваем. Не забываем про спинку носа. Пощечины можно себе давать сколько угодно. Есть люди, которые до сих пор смотрят телевизор. Если у вас руки свободны в это время, вы не вяжете, ничего не делаете, можете прямо весь свой телевизионный сеанс бить себя по щекам. Вот на этом закончена гимнастика без комплексов. То есть та гимнастика, где не один отдельно взятый комплекс, а просто упражнения, которые собраны в систему. Работа с натянутыми мышцами, в отличие от бнидокантиени, физические упражнения, сокращение, потом расслабление, сокращение, потом расслабление. Вы можете выполнять всю гимнастику целиком, от начала до конца. Можете выполнять упражнения в разнобой, часть с утра, часть днем, часть вечером. Единственное, если в разнобой, то верхняя часть, средняя, нижняя, верхняя, средняя, нижняя. Не забывайте, потому что вверх вы будете подкачивать, про низ будете забывать. Не забывайте обязательно про нижнюю часть, про это упражнение. Вот, можете выполнять какие-то другие упражнения, которые вам нравятся больше, но если речь идет о фейс-культуре, выполняйте на натянутых мышцах и с раскрытым лицом. Вот это будет фейс-культура. Если вы расслабились, если вы сели так, то есть изменили положение головы относительно грудной клетки и таза, значит, вы выполняете какие-то упражнения, но это не фейс-культура. Если вы руками себе создаете заломы во время упражнения, вы тоже выполняете что-то свое, но не фейс-культуру. То есть фейс-культура, мы аккуратно работаем с лицом, мы после напряжения мышцы мы ее расслабляем, мы работаем на натянутых мышцах и на раскрытом лице. Конечно же, это еще не все секреты фейс-культуры. Чтобы узнать больше, вы можете либо приобрести курсы, либо посетить тренинги, но базу я вам дала. Вообще в моей методике несколько программ. Одна программа – это вот гимнастика без комплексов, гимнастика активации мышц, которая не гарантирует, что вы помолодеете на 5-10 лет, которая гарантирует ровно наоборот, что вам будет больше лет, чем сейчас, но вы будете выглядеть лучше, чем сейчас. Вторая моя программа – это программа растяжения мышц, но растяжение уже готовых, подготовленных волокон мышц. Это тоже очень полезно, фейс-эластика, но на совсем слабое лицо фейс-эластику делать категорически не стоит. И третья моя программа – триединое тело. Это программа, где мы работаем с лицом через все наше тело. А пока желаю вам успехов, желаю красоты, желаю вам взрослеть и быть лучше, здоровее, красивее. С вами была Татьяна Чекалова.